19 апреля в Одесской области стартовала вакцинация препаратом Pfizer. В воскресенье область получила 1170 доз. Ночью препарат доставили в региональные склады, а уже сегодня начали прививать им работников и подопечных интернатов и домов престарелых. Сьогодні будуть відпрацьовані Красносільські та Ананівські дитячі будинки інтернати. До Одеси вакцина прибула в спеціальних контейнерах в глибокій заморозці. На складі вся партія зберігається у сухому льоді і буде розморожуватися перед видачею мобільній бригаді у кількості, яка та зможе використати за один день. А додатково хочу сказати, що це ж таки йде через соціальну сферу, так? Залишки ми можемо надавати МЧС і прикордонникам, якщо будуть у нас залишки на вечір. І також контролює це Міністерство соціальної політики. Один флакон содержит 6 доз, поэтому при наличии остаточной вакцины на нее могут претендовать врачи, соцработники и пенсионеры. В дорожную карту внесли изменения, если вы знаете. Исключили по остаточному флакону публичных деятелей. То есть на сегодня я вам официально заявляю, что в дорожной карте, которая является конституцией регламента вакцинальной кампании, исключили такую группу по остаточному количеству во флаконе доз, если флакон открыт, и у нас была возможность вакцинировать публичных деятелей, религиозных лидеров, исключили эту целевую и внесли, что флакон можно довакцинировать открытый только группой первого-второго этапа. 1170 доз вакцины, которые направили в Одесскую область, это только первая партия. В целом же регион получит 4680 доз Pfizer. Как только эта партия будет использована, регион получит право на следующую поставку. Как и в других вакцинах против ковида, это также вводится двумя дозами. То есть всего в области прививки получат 2040 человек. График прививок в специализированных учреждениях, а также списки людей, которые согласились на вакцинацию, уже составлен.